08:15 на улице Школьная 3В, станции Трусова, Наримановского района, Астраханской области. Нами остановлен автомобиль ВАЗ-2114 под управлением гражданки 95-го года рождения. При беседе с водителем выяснилось, что водительское удостоверение она не получала в органах ГИБДД. И также присутствуют признаки опьянения, а именно запах алкоголя из полости рта. Я не отрицаю, я согласна пройти освидетельствование. Разъясняю вам ваши права и обязанности. Согласно статье 51, вы имеете право не давать показания против себя. Нет, я все дам, все, что нужно, вам я дам. Сейчас набираете воздух в легкие и дуете до тех пор, пока я не скажу, когда хватит. Произойдет характерный щелчок. Набирайте воздух. Вы не дуете. Аппарат не фиксирует, что вы дуете. Воздух в легкие набираете и дуете. Все достаточно. Слышали характерный щелчок? Слышно, слышно. Ждите, идет анализ. Смотрим, значит. Другая смотрит. Какого х**а про меня так говорит? Он не про тебя. Аппарат анализирует. Видите, да? 0,83. Согласны? Я согласна. Не плачь. Радуйся, радуйся. Ничего, поймали меня. Гайцы. Тут. На трассе. И что, тормознули? Все, без прав поймали пьяную. Без прав пьяную поймали. Я стою на трассе. Можешь сказать адрес? Где мы? Станция Трусова. Мы на станции Трусова. Выход из города. Выход из города. Где хочешь, как хочешь. Не ругайся матом, Юля. Ничего, поймали пьяную за рулем. Да, радуйся, ты как хотела, так и поймали. Сейчас оформят, я скажу, где машина. Разбирайся дальше сам. Ребенка там, что хочешь, делай. А машина, скажите, где будет? Пока здесь. А по доверенности, по страховке может мой муж забрать? С правами, трезвый, нормальный. По какой страховке? Ну, мой супруг может забрать сейчас машину? Пока не видел никаких страховок, ничего, понимаете?